Небывалая оперативность. Чиновников обязали проверять управляющие компании за 5 дней. В Красноярске начал действовать новый регламент по контролю за обслуживающими организациями. На жалобы жильцов чиновники обязаны отреагировать очень оперативно, проверить коммунальщиков за максимально короткий срок. Как отнеслись к обновленной системе представители жилищных организаций и куда жаловаться, в репортаже Василиса Лукашевич. В каждую дверь биться лбом надо было. И самое главное, еще не зная, в какую дверь биться. Людмила Осетрова, председатель совета одного из жилых домов Красноярска. Вспоминает, попытка решить проблемы с управляющей компанией – это пытка. С этой недели в нашем городе действует новый регламент, утвержденный администрацией города. Жильцы направляют жалобу в мэрию, и чиновники должны провести проверку в течение 5 дней. И если претензии обоснованы, синициировать собрание собственников. Люди сами примут решение. Оставлять управляющую компанию, высказать претензии в виде каких-то штрафных санкций, либо изменить формулировки договора на управление имуществом, общедомовым имуществом, либо сменить управляющую компанию. В конечном итоге это решение будут принимать жители многоквартирного дома. Задача администрации – регламентировать сроки проведения тех или иных процедур. Если представители власти сочтут, что жалоба не по делу, то обязаны ответить в течение 15 дней. С разъяснением, почему. Раньше порядка не было, и отстаивать свои права жильцам было непросто. Люди полагают, что новая система, в которую входят и штрафы, приведет в тонус управляющей компании. И жильцы не вполне заинтересованы в том, чтобы поменять управляющую компанию. Ну, дому 30 лет. Это одно. Кому мы нужны? Кто нас возьмет? С такими долгами и с такими коммуникациями устаревшими. Поэтому, конечно, все равно мы заинтересованы, чтобы была работа действенная именно в той компании, в какой мы сейчас находимся. Руководство жилфонда, в ведении которого 80% домов Красноярска, новые правила игры приняло спокойно. Не страшно. Мы давным-давно готовы к конкуренции и конкурируем. В другой раз достаточно жестко с другими управляющими компаниями этажа, которые пытаются зайти на рынок жилья, которым мы управляем. Это нормально, потому что конкуренция, она существует во всем мире. Писать официальную жалобу на жилищную организацию следует в департамент городского хозяйства Парижской коммуны 25. И не забывайте сделать отметку о входящем письме. Первые результаты работы новой схемы мэр обещал озвучить уже через месяц. Василиса Лукашевич, Константин Шубкин, новости ТВК.